Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Нашу сегодняшнюю программу «Этюды для органиста и танцовщика» представляют для вас наши гости из Санкт-Петербурга. Михаил Мищенко – орган и Артем Рудниченко – танец. Теодор Кирхнер. Прелюдия, ариоза и модерата из 13 пьес для органа, опус 89.
Роберт Шуман. Шесть этюдов в канонической форме. Опус 56. Thank you.
Теодор Кирхнер, Ларго и Анданте из 13 пьес для органа, опус 89.
Зигфрид Карг-Эллерт, Куранте и Сицилиана, опус 100, номер 3. Thank you.
Эрнст Людвиг Лейтнер. Маленькая рэп-музыка и вальс из четырех танцев для органной педали соло. Thank you.
от Вамес, отражение. Thank you.
Альфред Ситтарт, хоральный этюд «Иисус, моя отрада». Thank you.
И в завершении программы Иоганн Себастьян Бах, трио соната номер 1, ми бемоль мажор, в трех частях.
Михаил Мищенко, орган, и Артем Рыбниченко, танец. На этом наш концерт завершен.